Главное предложение сегодняшнего дня стал Остеомед Форте. Именно этот препарат вошел в список лучших товаров и изобретений, лучшие изобретения России. И сегодня действует скидка 40%. Вообще, это экстренное включение по многочисленным просьбам наших телезрителей. Мы не планировали выходить в эфир с темой травм и переломов, но повестка того требует. Травмпункты переполнены, очереди к травматологам невероятные, а пожилые люди сидят дома, боятся получить переломы и просто остаются затворниками. Сегодня мы представляем именно Остеомед Форте, представит и расскажет о нем создатель бренда Парафарм Дмитрий Геннадьевич Елистратов. Пожалуйста, расскажите. Да, Остеомед Форте – это мировое открытие в лечении всех костных заболеваний, артритов, артрозов, пародонтита, пародонтоза, укрепляет костную и мышечную ткань, способствует восстановлению морфологии костей. Годичный прием остеомеда Форте позволяет даже 80-летним женщинам получить костную ткань, как у 30-летних женщин, и без опаски выходить на улицу, чтобы не жить затворниками в своей квартире, чтобы радоваться жизни. Вот для этих целей вам нужен остеомед Форте. Кому нужен остеомед Форте? Остеомед нужен всем, кто принимает препараты от давления, тем, кто принимает препараты для снижения сахара. Да даже тот же, кто принимает витамин А, он тоже разрушает костную ткань. Вот это все последствия химических витаминов. Поэтому мы вам и говорим о том, что вот если вы носите, сходите с клюшечкой, вы должны знать, что у вас вот в костной ткани образовались вот эти полостные образования, которые дальше способствуют разрушению именно хряща. Боль это вызывает отсутствие хрящевой ткани. Почему у нас растут остеофиты? Потому что вот эти полостные образования, они очень сильно ослабляют костную ткань. И мы же с вами ходим по льду на лыжах, а не на каблуках. Почему? Потому что продавить можно вот эту костную ткань. Посмотрите, какая она тоненькая в этих местах. И вот так вот идет перелом. И вот посмотрите возраст пациента, 82 года, идет восстановление структуры костной ткани в течение года. Я почему вот приехал? Потому что на самом деле вот это от середины декабря пошли вот эти звонки. Как только у нас плюс на минус ударил, вот, образовался гололед, травмпункты переполнены, по 300 человек, даже в нашем городе, небольшом городе Пенза, 300 человек в день обращений идет по поводу переломов. И самое-то страшное, что люди, дети-то планировали отдыхать, выехать, 10 дней отдыха, некоторые поехать собираются там в Сочи, кто в Турцию и так далее. А тут все, мама сломала, и дома сидит вся семья. То есть внуки не едут, дети не едут. И самая-то страшная трагедия в том, что это может привести к смерти в течение года. Вот перелом шейки бедра, и я говорю, это тихий убийца. Остеопороз стоит на 4-м месте по смертности. Представляете? Это же большое состояние. Риски Поэтому высокие. Говорю, мы создали остеомед, который прошел более 80 клинических исследований, показал, что костную ткань можно восстановить. Каждый из вас это интуитивно чувствует, когда вот происходит перелом, его в принципе он может зарастить, просто некоторые не доживают до этого дела, умирают. Так вот, говорю, создали остеомед, который стимулирует процессы регенерации костной ткани, идет восстановление структуры кости. Посмотрите, 79 лет, вот 73 года, вот полость. Вот восстановление, вот 69 лет, вот полость, вот восстановление. Я говорю, человек свободно, 30 лет, может кататься на коньках, может ходить на лыжах сейчас. Не бояться падать. Безопасно выйти, потому что многие сидят. Вот что разрушает костную ткань. Коронавирус лечили антибиотиками. Вот это не наше исследование, это американское исследование. Вот показали, как на мышах, 6 недель приема. Две недели приема антибиотиков приводит вот к таким разрушению. Вот так вот костная ткань, да в любом направлении может разрушиться. Понимаете, она может пройти, я говорю, человек, по сути, за стул задел, за стол задел, сломал. Неудачно просто, говорю, встал, из ванны выходил, опустился на одну ногу. И опять разрушился. Да, именно поэтому сегодня очень важно укреплять свою костно-мышечную систему, чтобы предотвратить переломы, которые могут привести к летальному исходу. Вы получаете две упаковки Остеомед Форте, вы получаете 240 таблеток, вы получаете возможность жить долгой, активной, подвижной жизнью с помощью именно Остеомеда Форте. Кстати, 2 года срок годности, и принимать нужно
две таблетки дважды в день. Есть написано обязательно все рекомендации. И сегодня я напоминаю, что при покупке на 4990 вы получаете еще ночной в подарок, а его цена 4990 рублей. Заказывайте. Но и издания медицинские публикуют исследования и разработки. Вот обратите внимание, организация центров профилактики повторных переломов с остеомедфорте. Остеомедфорте применялся как препарат для профилактики саркопении. Эффективность остеомедфорте и рекомендации для пациентов. Он рекомендован, он попал в рекомендации именно да. врачами. Вот давайте я да, зачитаю еще, возьму вот этот это сюда. Методы применяем в центрах профилактики переломов. То есть вы представляете, врачебное сообщество и государство озабочено угу. тем, что пациенты ломаются, ведь каждые затраты на лечение одного пациента при переломе шейки бедра средней, это 1 миллион рублей, представляете, какие? Так вот, создают специальный центр, и вот они нас рекомендуют. Препараты, предотвращающие развитие саркопении и улучшающие морфологию костной ткани. Это остеомед, это фитотерапия, одуванчик, апитонус бьюти, то, что мы вам советуем. Угу. Понимаете как? Вот мы специально взяли вот эти журналы, их вот очень много. Угу. И каждый из них мы можем открыть, угу. открыть и зачитать вам. Вот этот, вот журнал, да. медицинская сестра. Дмитрий Геннадьевич, да. наши телезрители делятся собой своими Покажите историями. Покажите крупно, вот да. эта надпись, остеомед и да. так далее. И посмотрите, у нас был буквально на днях звонок, нам звонила телезрительница, и она поделилась своей историей. Ей 86 лет. Она принимала остеомедфорте на протяжении 6 или 7 месяцев. Но она говорит, был страшный случай. Она была в гостях дома, и она поскользнулась на полу. Она упала, ударилась. Она говорит, я лежу, и я думаю, все, я сломалась, я боюсь пошевелиться. Потихоньку шевелюсь, все нормально. И вы представьте себе, она не сломалась абсолютно. У нее нет даже трещины. Она говорит, я благодарна остеомедфорте. Но многие телезрители также заказывают не только остеомедфорте, но заказывают и одуванчик, и селенбио, и апитонус. Это комплекс, который помогает восстановиться даже при серьезном остеопорозе. Звонки все бесплатные, а при покупке на 4990 вы получите ночной в подарок. Заказывайте для себя и будьте здоровы!